Маркировка табачной продукции – один из первых шагов в направлении общей маркировки товаров. Это позволит убрать из оборота поддельные низкокачественные изделия. К сожалению, сегодня в этом сегменте рынка еще достаточно велик процент контрафакта. В результате и без того вредная пачка сигарет может превратиться без преувеличения в смертельно опасный товар. Маркировка табачной продукции позволит свести этот риск к минимуму. Участниками эксперимента являются федеральные органы исполнительной власти, производители, импортеры табачной продукции с 1 июля 2018 года, организации оптовой и розничной торговли, субъекты обращения табачной продукции, оператор информационной системы, используемый в целях проведения эксперимента. Субъекты обращения табачной продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе в настоящий момент. Участники оборота табачной продукции подключаются к эксперименту на добровольной основе. Для этого нужно лишь подать в установленном порядке соответствующую заявку. Однако уже в 2019 году обновленная маркировка станет, скорее всего, обязательной. И тогда те коммерческие структуры, которые опробовали свои возможности в тестовом режиме, окажутся в выигрыше. Несмотря на то, что пока новая маркировка является экспериментальной, ее проверки уже идут. Оснований для проведения внеплановой проверки органами государственного контроля и надзора в отношении юридических лиц, в том числе участвующих в данном эксперименте, является мотивированное представление должностного лица, составленное по результатам поступающих обращений либо заявлений юридических лиц граждан о нарушениях закона, либо информации, поступившей из средств массовой информации, о следующих фактах, в том числе это о нарушениях требований к маркировке товаров. Одинцовская городская прокуратура строго следит за соблюдением действующего законодательства в части проведения любых контрольных мероприятий со стороны надзорных органов. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».